В дни выпуска и торжеств в Оренбургской области запретят продавать алкоголь. Соответствующее постановление правительства накануне подписал первый вице-губернатор Сергей Балыхин. Правда, в кафе и ресторанах хмельное разливать будут, а вот в магазинах отпускать не станут. Запрет коснется разных районов и муниципалитетов и пройдет с 23 по 28 июня. Полный список с указанием дней действия сухого постановления сейчас на экране.